Дом по адресу улица 9 авиадивизии, номер 2. С водой. Ой, блин. Восстанавливает 8 и 9 этаж. Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков сегодня мы с вами прогуляемся к трем объектам, которые находятся по адресу бульвар Шевченко 258, 260 и 262. Через дорогу перед нами дом номер 258. Отсюда видно, как на балконах работают строители. Дом все еще в процессе восстановления, и сейчас мы подойдем к нему поближе. Красивые аллеи, дороги, везде чисто. Но сегодня уже прохладно, как, впрочем, и вчера было. Вчера было днем плюс 8, уже хочется одеть курточку и упаковаться, если честно, на улице. Здесь раньше был продуктовый магазин АТБ, сейчас МТ Маркет. Здесь, конечно, срач, так как обычно с утра здесь стоят торгаши. Это начало 17-го рынка. Если честно, здесь всегда был срач такой. Люди за собой не убирают. Мы слышим, что внутри квартир ведутся восстановительные работы. У подъезда сидят строители. Двор запущенный, заросший, полно мусора.
Добрый день. Как там строительные работы проводятся? Все вовремя делается или нет? Каждый день работают, да? У нас вон сдавали, должны сдать были в июне, а еще столько работ. Это какой дом номер? Ну, вот. Дом по бульвару Шевченко, 252. Есть. Холода идут, боимся холода. Да, ну... Не знаем, как нас батареи эти новые будут греть. Еще ну, как будут греть? В том году теплая зима. Не нагнетайте, все будет хорошо. Не нагнетайте. По-моему, уже самое страшное уже прошли. Ну да, да. Поэтому да. Это уже, да. Нужно думать о лучшем. Да. О лучшем только. Думаем, конечно, о лучшем. Все будет хорошо. Да. Хорошо, извините за беспокойство. Ничего, всего доброго. Приходите. Спасибо. Хорошо. Дом по бульвару Шевченко, 260. Это пятиэтажка. Дом целый. Здесь поменяли окна. Привели в порядок вход в подъезд. При входе в подъезд свет включается автоматически. Здесь уже провели ремонт. Еще тянут проводку. В этом доме перестелили кровлю, поменяли окна, привели подъезды в порядок. Установили новые двери при входе в подъезд, но дом все еще в процессе восстановления. В подъездах еще работают строители. И следующий объект номер 262 по бульвару Шевченко. Дом 262 в процессе восстановления. Восьмой и девятый этаж восстанавливают. Несколько квартир.
Итак, друзья, Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока.